Привет еще раз, друзья. Решил записать дополнительное видео, видеообзор портмоне Байлини, так как все моменты вам рассказал, объяснил, показал отделение, показал вместимость данного портмоне, рассказал о материале. Ну, еще хотел бы уточнить и напомнить, как данную вещь такую, что портмоне существует еще не только в таком виде, с тиснениями, с ковбоем, с надписью здесь Байлини там. А еще есть аналогичный, можно сказать, вариант такого портмоне, только мы видим, что здесь есть еще немножко другой рисунок. Здесь написано Байлини. Ну, надписи такие же, как и на портмоне, на которое я делал видеообзор. Вот такое портмоне, оно аналогичное предыдущему портмоне, но мы видим, что здесь есть еще прорези. Вот. Вот такие вот прорези. Это, можно сказать, на любителя, кому больше нравится такое портмоне. Портмоне с ковбоем также есть такими же прорезями. И портмоне с надписью с тиснением Байлини есть также и без прорези. Их 4 вида. Какой вам больше понравится, вы можете уточнить у менеджера, когда сделаете заказ. Она вам все подробно расскажет, объяснит. Думаю, вам будет все понятно. Друзья, если я вам о каких-то нюансах не сказал, вы заходите к нам на сайт, читайте в описании данного портмоне всю информацию, там подробно описано. Все основные нюансы я вам осветил. Так что спасибо за внимание еще раз. До скорых встреч.